Итак, всем привет! Сегодня 4 ноября 2015 года. Вот, пожарил шашлык из перепелки. Ой, то есть не из перепелки, извиняюсь, из этих, из окорочков, блин. Вот он, окорочок. Шашлык из окорочка. Жарил несколько окорочков, жарил из них шашлык. Вот. Сейчас буду есть и оценивать его, насколько он тянет по пятибалльной системе. По пятибалльной шкале, то есть. Так, начнем. Шашлык классный, вкусный, сочный такой, прожаренный. Тут у меня еще картошечка с помидорчиками, вот она. Вот, картошка с помидорчиками. Класс. Вкусное мясо прожаренное. Офигенное вообще. Так что из-за окорочков тоже получается классный шашлык, вкусный. Блин, шашлык вкусный, сочный, но вот с этой стороны он немного не прожарился, немножко такой жестковатый. Хотя вот предыдущие там я ел куски окорочков, они все были прожаренные. Хорошо, а этот кусочек как-то это, ну тут нормальный, но прожаренный, а здесь какой-то жестковатый, не полностью прожарился. А здесь вот такое вообще мясо нежное, пожаренное. В общем, за то, что здесь он неравномерно прожарился, я ему ставлю 4 с минусом. На больше он не тянет.